Да. Так, сначала документы, скобы. Водительское удостоверение. Ты же русский, скажи ему, он же не понимает меня. Вот, скажи, когда уже... Ты меня не трогай. Паспорт дай мне. Ты не имеешь права мой паспорт забрать. Вот, товарищ лейтенант, вот. Видите, паспорт забрал. Я гражданин России. Нихуя, меня не слышит. Товарищ лейтенант, дайте, пожалуйста. Давайте, удостоверенно покажите мне. Удостоверенно покажет меня. Вот видишь, удостоверенно покажет. Вот русский человек. Я вот гражданин России. Удостоверенно покажите. Когда? Покажу. Ты меня думаешь, меня убьешь, посадишь? Нет. И что? Тогда покажи мой паспорт, да? Дай паспорт мой. А, то пошел нафиг тогда. Ты завтра... Нет, стойте. Завтра ты посадишь. Машина, я тебя посажу. Вот видишь? А, видишь что? А, мент! 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 Вы видели, да? Посмотри! Все с ним. Мент! Мент нас бьет! Мент бьет! Менты бьет! Хорош! Да нету детей, это ни в коем случае. Это двор, жило, помещение. Мы все на примере. Хорош! Ты снимаешь? Здорово. Погодь, до тачки. Теперь поговорим о ночных происшествиях. Итак, на юге Москвы столкнулись две легковушки. У обеих машин сильно помят бампер. Если у Volkswagen это единственное повреждение, то у Renault вся передняя часть в смятку. Обошлось без жертв, но есть двое пострадавших. скорости.